Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я приветствую вас на нашем очередном выпуске модов на игру «Как достать соседа». Короче, первый мод называется «Как достать соседа. Возвращение в мир», по-моему. И, короче, мы видим ужасную картинку в меню. Короче, давайте посмотрим, что здесь у нас. Кстати, почему-то сразу же кубок в третьем сезоне, который, кстати, не открыт. Короче, пилотные серии... Описания не изменены, но, в общем, давайте посмотрим, что же это у нас такое вообще. Короче, такая аватарка у автора стоит ВКонтакте. Анимации приветствия. Существует вообще. Но никаких изменений я пока не наблюдаю. А, ну, может быть, он чуть-чуть быстрее бежит. Может, он чуть-чуть быстрее ходит. Так, дальше больше. Каждый уровень из пилотных проверим. В общем, я не знаю, надо ли. Может, сразу к первому сезону пойти. И сосед тоже, по-моему, немного быстрее идет. Да, даже очень. Ладно, давайте сразу первый сезон. Почему-то здесь один из уровней закрыт. Это немного странно. Ну, в общем, давайте... что такое? Это что сейчас было? Что это такое? Во-первых, потише надо сделать. Очень громко. Слишком громко. Но я не понимаю, что это такое. Ну, кстати, цветок, то, что тут стоит, это неплохо выглядит. Луна красная наверху. Куда ты пошел? Ну-то давай туда. Короче, сразу делаем так. Короче, тут быстрее все. Телевизор сюда впихнул, который в дверь входит. Вместе с экраном. Что это было, блин? Вот так. Быстренько налегке все делаем. Какого фига? Ладно, давайте еще раз попробуем. Да блин, тут так все резко, аж глаза разбегаются, если честно. Нет, обратно наверх, давай. Мужик, наверх, я тебе сказал. Почему он вниз спускается отсюда? Ты что там такое, блин? Так, переделка. Фигделка на антенны. И, в общем, куда-то экранчик у нас пропал. А, и увидел он почему-то и здесь. Очень странно. Да, тут все быстрее прям происходит. Текстуры мыльноватые немного, но неплохие, хотя оригинальные лучше. Ну и освещение тут постарались такое чувство, что сделать так, как будто на улице ночь, хотя окошко здесь дневное. Это недочет, наверное. Недосмотр или что-то типа того. Так, короче, давай, Свет, уже быстрее туда наверх. Ну а что, на улице реально походу ночь, почему здесь окно дневное? Отлично, у телеэкрана, короче, посмотрим, что с этим уровнем у нас.
освещение уже не поменяли, разве что здесь добавили свет. Белье висящее какое-то. Неужели сосед носит такие футболки? На улице опять как будто темно, ночь, а окна все дневные, и освещение дневное. Ой, господи, что я делаю? Держатель-то пустой. На вид. Тут график перемещений соседа, похоже, не изменили. Вот на первом уровне изменили, а здесь нет. Пива не видно. Ой, господи. Сейчас все цветет. И... У меня на это аллергия же. Носом много шмыгают, глаза слезятся тоже много. Ну еще зеваю что-то сегодня, хотя я очень много сегодня поспал. Так, теперь применим пилу, собственно. Кроме скорости изменений не наблюдается больше. Как-то слабовато, если честно. Так, давай. И заканчиваем уровень. Сюрприз ко дню рождения. Вот интересно, просто откроется ли последний уровень в первом сезоне, или он всегда закрытый. А как это я буду проходить? Да вы что, я не собираюсь такое говно проходить. Он даже не проходит через двери, он... А, это порталы, ну-ка. А, ничего себе, прикольно. Ну, хоть что-то сделано. Ой, ё-моё, вот я так и знал, что сейчас так будет. Чё-то я догадывался. Ну ладно, что тут сделали вот это вот с порталами, это... Тогда уже не сильно-то по-говномодски, тогда что-то, какая-то работа все равно проделана. Что-то да есть. Да не шкаф. А куда он исчез? Ну, уровень странный какой-то, если честно. Но с порталами хоть что-то неплохо-то сделали. Где он что увидел, интересно?
Сосед протирает, ничего. Ё-моё, не вижу, где это. Эта шкала, походу, опускается тоже медленно, быстрее, чем в обычной игре. И нифига взрыва этого не было. Так, яблочный пирог. Посмотрим, что с ним. Так, комната вот эта поменялась. Комната с инструментами, короче, это стало. Опять мыльные текстуры у нас тут появились. Стоп, подожди, рановато. Ломастер теперь. Крыша зеленая. Может быть, он замаскирован. Может, она замаскирована под траву? А сосед живет в подземке. Ну а что, не исключено. Или в этом, нет, скорее всего, в холме, наверное, живет в горе. У соседа убежище внутри горы. Ну как-то скучно. Скучно, потому что изменений маловато. Совсем. Изменения в основном визуальные. Ладно, короче, после этого уровня дальше не будем проходить, дальше просто посмотрим. Просто посмотрим. Давай, давай. Кстати, я помню, там, когда он пирог соло, там был другой звук. Ну-ка. Ну, вот это вот зря сделали. Зачем поедание шарика... Это, на поедание шарика подменили. Там нет же шариков. Нелогично совершенно. Чё? Банный день. Давайте просто посмотрим на него. Ну, короче, картинка с соседом, сам сосед выходит за рамку, причем какая-то фигня, то ли сумка, то ли, ну, из нее какая-то еще фигня. Красивый цветок, ковер и мыльные текстуры. А, банан еще. Ну и все. А, еще виллы какие-то или что это здесь. Посмотрим, что у нас на этом уровне. Искусство требует жертв. Ой, ничего себе, каким светлым все стало. Эффект какой-то освещенный добавили сюда. Все стало очень-очень светлым. В
а в спальне стены как будто вообще синими стали. Смотря под каким... смотря как разглядывать. Ну, короче, понятно. Ну, это... какую бы ему оценку поставить? Это странный мод. Странный мод. Редкая оценка, но такая бывает. Давайте посмотрим, что у нас еще по модам есть. Следующий мод уже, возможно, нам будет более интересен, потому что у него круто выглядит меню, действительно. И опять музыка из «Как достать студента». Вот я вообще не понимаю, ребята! Я вообще не понимаю, ребята! Почему во всех крутых модах на «Как достать студента» в меню играет музыка из «Как достать студента»? Во всех! Ну почему? Ну почему нельзя поменять ее на другую? Почему именно это? Почему именно это? Ответьте мне кто-нибудь, я таким вопросом уже давным-давно задавался. Я не понимаю, но почему именно эта музыка? Почему именно в крутых модах именно эта музыка? Ну почему? Я просто не понимаю. Неужели нельзя что-то другое сюда вписать? Я еще не поиграл, подождите. Давайте посмотрим, что у нас тут. Целых 9 уровней причем. Так, короче, азы пакости. Вы помните, как строить пакости нашему любимому соседу? Ну, естественно. Какие предметы есть в игре, где их найти, как построить пакость? Ну, естественно, я помню. Попробуйте подстричь ему... А, господи, какой подстричь? Подстроить ему пакость. Видите, как бесится? Да-да-да-да-да-да, я в курсе, давайте попробуем. Что-то там газетка какая-то. Этот комод без ящиков. Это ящиков нету. Я думал, это... Не на пол. Я собаку просил. Гениально. Гениальная задумка. Вот очень гениальная. И что здесь надо сделать? Так, сегодня повторим новые некоторых... Потренируйтесь-ка на собаке. А это типа все, больше ничего здесь нет. Собака моего соседа на меня не гавкает. А, надо было на нее посмотреть. Банан сюда, очевидно. А еще вот эту фигню надо взять. Что я должен сделать с бананом? Банан, наверное, туда надо ставить. Ну что ж, неплохо, неплохо, мне мод уже нравится. Но без ящиков, я сначала думал, что это ящики черные какие-то сделали, а тут без ящиков. Это прикольно, неплохо, мне нравится такая задумочка. А что, все что ли? Банан не нужен? Уже статуэтку сразу, вы что, серьезно? Возвращение соседей. Сосед и его мама... А это подготовительный сезон, а потом будет сезон один. Сосед и его мама наконец-то доехали до города, но... Но, к их к счастью, уже была ночь, сосед решает остаться у мамы до следующего утра. Мамаша соседа крепко дрыхнет на кресле, сосед выполняет дела по дому. Хлопот у соседа скоро прибавится, стоит только Вуди войти в дом. Некоторые действия могут быть лишними, к сожалению, я уже это понял. К сожалению, то, что они есть, это... Это... К сожалению. Ну, неплохо, неплохо. Хотя и снаружи дом соседский. Ну-ка. Ух, нифига. Нифига себе. Прикольно, мне нравится. Обалдеть. Вот этот мод мне нравится. Вот это хорошо сделали. Вообще. Унитаза только нету. Где срать? Не знаю я тогда. Может быть он на... Может он просто вне камеры, может он за... Может он за... Может он за раковиной вообще ему невидимого. Корм для собакины. Нужна, чтобы вытереть лужи на полу. А.
А для чего это нужно? Эй, почему? А почему с этой стороны? А, ну да, логично. Так и должно быть. Яблоки, конфеты. Отлично. Почему шавка издает звуки и пса соседа? Вот это вот непонятно, правда. А почему у меня две таких? Он исчез. На секунду. Вот чего я не... Опа. Почему? Вот я не понимаю, зачем надо было вытирать лужи. Хотя, как он сказал, некоторые действия могут быть лишними. Может, это действительно одно из них? Может, одно из них. Холодильничек типа такой. А, морозильничек. Ну, ничего себе. Это что? Груша и... Они хотели его съесть? Обалдеть, я тоже, да, я сам в шоке. Ну что ж, давайте попробуем что-нибудь здесь. Наверное, его надо сюда. А, я так и думал. Так и думал. Ну, это в оригинальной игре было тоже так же. Похоже, эту дверь заклинило, а? Мы даже не знаем, что там. Пока не ясно, когда следующий использовать. Груша, может быть. Не, наверное, сюда, наверное, вот это. Или это. Яблоко, может. Яблоко, удивительно. Странно, что тряпка не на тряпку, а что с тряпкой делать? А, может, туда? Блин, точно, оно логично. О, она даже черная стала, ничего так. Сделали. Ой, бежим. А, нет, он же сейчас в ванну пойдет. Так, будем разбираться, что делать дальше. Конфеты не сюда. Не порвать, и это тоже не порвать. Не корми Фи сгнившими яблоками, она их почему-то не любит. А, так вот почему мы яблоко туда засунули, вот оно как. Ууу, нифига. Прикольно. Какого черта, она что, не уснула что ли? Что тут? Горсть конфет их можно бросить под ноги соседу. Тут недостаточно скользко. Это надо в более скользких местах делать.
Вот тьфу ты, а лужа, это нельзя было утереть. А что с очками делать? Ну-ка, проблемы со зрением? Нож для бумаги. Этим ножом можно резать бумагу, картон, скотч и все остальное. Но разве есть тут таковая? А тумбочку-то я не открывал. Тумбочку я не открывал. А, открывал. Вот и я и попался, собственно говоря. Да, это сложно, надо уровень завершить. Наверное. Ладно, давайте еще раз попробуем, и конфеты все-таки в лужу я положу. Нельзя было их вытирать, нельзя было вытирать их. А, их сразу две выдаются. Только лужа исчезла при этом, как-то, как ни странно. Почему недостаточно скользко? Я же на лужу направил. Шкафчик даже открытым остается, кстати. Как ни странно. Яблочко сразу сюда. И вот эту фигню сюда. Открывала я тумбочку, в ней были очки, ё-моё, я забыл. Сюда, посмотрим, что может с пятном что делать надо. А, нет. Это? Это? Хотя зачем? Это? Странно, что эта фигня не режется. Подождите, а это можно сделать, что ли? Нифига. Я думал, это обязательно выход. А сколько что сделать? А, еще сильнее сделать. Обалдеть, обалдеть. Не догадался я до такого. Я думал, мы привыкли, что это завершает уровень дверь. А тут прямо обалдеть. Никогда в жизни бы не догадался. Ну, хотя догадался. Хотя догадался. Все-таки. Ну и все, пакости все готовы, получается.
Ништяк, ништяк. Давай, давай. Посмотрим на последнюю пакость. Давай посмотри на размазанное пятно. Так, посмотрим, что дальше. Закрыто на ремонт. Днем сосед вернулся в свой дом. Непонятно, что у него вдруг щелкнуло, но он не захотел вдруг сделать ремонт у себя в доме. Сосед вызвал гастарбайтеров и вместе с ними... Быстро убрали обои и пошли наверх, а сосед остался проводить проводку на кухню, хотя он только делает, что летает в облаках, прослушивает телевизор. Ремонт – дело коллективное, говорит Вуди, ходя в дом. Иногда можно пройти мимо соседа, ну, непонятно только когда именно. Так, тут только два этажа. Очевидно, уровень будет легче, чем предыдущий. Эти не берутся. Куча вещей. Коробка, наверное, открывается вот этим. Лом. Нужен для строительства. Есть еще бутылка с водой. Какая-то грязная она только. А, нет, это не тот момент, когда можно пройти мимо него. Наверное. Австрия, 1991 год, нифига. Но в каких же моментах можно пройти мимо соседей? Да понимаю пока. А сосед действительно проводочку делает. Попробуем еще раз, может все-таки реально мимо него можно пройти. Нет, здесь нельзя. Наверное, когда он там делает, наверху, тогда, может, можно. Сейчас проверим. Мы же должны как-то наверх попасть. Нет другого. Нет, должен же быть какой-то способ туда попасть. Отлично, я так и думал. Ну, иначе я как по-другому наверх попасть. Этим, наверное, коробку надо открыть. О, замок от двери, ничего себе. Перчатки, надо что-то с перчатками сделать. Ладно, пока он, короче... А, наверное, может мышеловку надо туда засунуть? Скорее всего. Перчатки, наверное, в антенну пойдут. А бутылка воды, очевидно, в провода. А дверь, наверное, заблокировать надо с помощью замка.
Перчатки на телевизор, я говорю. Заблокируем дверь. Первый раз такое у нас в Хедосе-то происходит. Мы блокируем дверь. Сами закрываем ее на замок. Обалдеть. Так, и мышеловку, короче, туда, по-любому. Жесть. А, блин, что-то я не подумал сейчас бы убежать. А, ладно, в следующий раз тогда. Немного, ну ладно. Да, мод этот, походу, долгим будет. Он уже долго идет. Скорее, давай, давай, быстрее. Ну и все, ништяк. Сейчас пройдем уровень и посмотрим, откроются ли следующие. Нет, не откроются, это, видимо, демка. Ну что ж. Короче говоря, довольно-таки неплохо, я галочку поставлю, мне очень понравилось. С нетерпением будем ждать обновлений, очень надеюсь, что они будут. Посмотрим, что еще по модам есть. Neighbors from Hell Mega Updates. Посмотрим, что это у нас такое, Дима Крузник сделал. И давайте посмотрим, простое хождение. Да, простое хождение по дому и ничего интересного, наверное. Это такой дом. Даже никакого обучения нам не прилагается. Ну какая-то это, ну тут как-то некрасиво сделали. А, даже нельзя закончить уровень, что ли? Так, сосед-наблюдатель. Сосед сегодня купил новый дом, и пришлось Вуди опять на велике до нового дома соседа. Добираться надо было еще дописать. Ну, давайте посмотрим. А почему внутри кто-то уже есть? Интересно. Куда эта дверь ведет? Проблема, мне некуда деваться. Но мне некуда тут деваться было абсолютно. Но интересно, надо попробовать это пройти. Пружину, наверное, в кресло надо. Других вариантов не наблюдается. Да, правильный ответ. Это правильный ответ. Громковато тоже. Как, а почему он заметил
Именно там они здесь. Тоже немного странноватый какой-то мод. Но что-то интересное в нем есть. Деревья, леса, это все, конечно, круто, вы ничего не подумайте. Но дом сам немного убоговато как-то выглядит. Почему стены у него такие странные, пиксельные? От таких же глаза вырывает. Не вырывает, а этот давит это на глаза, в общем. Не очень как-то приятно смотреть на это. На эти мелкие квадратики. Или пиксели ее. Следующий свежий воздух. Короче, каждое утро сидит на софе. Блин, а по-русски нельзя было написать? На кресле ее. И попивает пиво, вам нужно это предотвратить. Превратить не в доброе утро, а в очень даже плохое. Посмотрим. На фоне дома соседа другие дома просто огромнейшие. Даже те, в которых только один этаж, блин. Я чё-то недопонимаю, как это так? Так, туалетная бумага. Эта дверь не ведет никуда, к огромнейшему нашему сожалению. Это не пиво, это бутерброды вообще-то. А, оно превратилось в пиво. А мы успеем зайти потом туда и кресло распилить? Во всяком случае, пакости с телевизором нету. Это видно, очевидно. Но успели мы кресло распилить и потом назад удрать. Но я надеюсь, что тут все рассчитано. Хороший левел-дизайнер всегда рассчитывает. А, я так и знал, тут скорость уменьшена. Не уменьшена, а наоборот увеличена. Шкала эта быстрее намного поднимается. Время уменьшено, вот это правильно. Надо было сказать. Недолго он его распиливает, только анимация какая-то корявая получилась там немного. Да, и вот, тоже корявая, как видите. Очень корявая, некрасивая вообще анимация. Блестяще, да. Ну, короче, кубок ушел еще в никуда. Ну, короче говоря, давайте плюс-минус поставим. Что-то в этом моде есть, а что-то и нету. Мод слабоватый, но плюс-минус, наверное, поставить можно. Короче, на сегодня все. С вас лайкос, подписываться, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем. А еще влоговый канал подписывайтесь обязательно. И всем пока.